Итак, мы продолжаем. Там какой-то жирный красный чувак атакует наши станции маленькие. Маленькие, никому не мешающие станции атакуют, значит. Ужас какой. Нет, эту станцию он не уничтожил. Молодчинка. Так, не уничтожайте мою защитную станцию. Она ведь защитная. Вот и все. Я буду мстить. Нужно здесь, видимо, больше станций понастроить. Уж очень много здесь этих красных дегенератов. Так. Разведал уже чего-то. Я. О, тут территория зеленых. Ну, зеленых их легко убивать, я думаю. Если они, конечно, мои корабли не используют, а я знаю, что они вроде бы не используют их. Там флот отдельно можно импортировать. О, тут уже моя база есть. Кто ее сюда засунул? Я, наверное. Но уже не помню, когда. Берем под контроль всю эту территорию. Так. 598. Отлично. Ракеты прилетели. Смотрите там, какая беда. Нужно хорошенько себя обезопасить станциями этими нашими. А еще у меня появилась идея, что если мне дронниц этих не понасувать в мой корабль, на мой корабль. Так, ну дронницы. Где тут они? Вот, модуль запуска дронов. Эскадроны дронов будут у нас. Тут как бы оружие очень крутое, но я его пока что вам не буду показывать. В принципе, это не мой стиль игры. Я не люблю через обычное оружие играть. Я люблю как-то заставлять других воевать за себя, а не самому воевать. Только дурак воюет сам, если можно... Если можно посылать на это другого. Так. Зараза. Не получится так сделать. Ладно. Тогда с этой стороны вот так вот поворачиваем. Ой. Копировать придется. Вот это будет количество дронов. Вот это да. Причем они-то бесплатные. В отличие от некоторых других вещей. Это будет даже завод 2. Потому что это уже... нет. Вар... Фак... 3. Боевой завод. Военный завод, да.
Оно так и есть, в принципе. По сути, это и есть военный завод. Так, улучшение. О, мы можем улучшить, отлично. Значит, мы можем добавить сюда еще вот этих вот штук. Они, по-моему, энергию какую-то расходуют все-таки. Так. Дроны быстренько разобрались, смотрите как. Просто они все испепеляют нафиг. О, я выпустил дронов. Тоже моих дронов куча там. Но они энергию, зараза, потребляют. Да, нужно больше энергии. Так, значит... Все эти дроны на оборону. Вот так вот все. Как бы мы играем от обороны. А вот могу, смотрите как. О, дроны вылетают такие и начинают стрелять. О, да. Это красота просто. Просто красота, посмотрите на это. О. Свастики строим. Вообще нужно сделать базу как свастику и, короче, этих свастик кучу тут наделать. Насувать их по всему космосу. Космические свастики. Полетели, давай. Тш-тш-тш. Круть. Просто круть. Иначе и не скажешь. Полетели, давайте. Тут вот будет сложнее. Тут уже видите, сколько этих кораблей. Ой-ой-ой-ой, нужно улетать. Улетать нужно. Тут мы уже справимся, да. Зараза, нашу базу все-таки уничтожили. Вот зараза. Объявляю войну, срочно. Да, срочно нужно еще добавить этих генераторов, реакторов. Все, полетели. Полетели, полетели, на головку сели, как говорится. Значит, умный такой, говоришь? У меня тоже дронов много. Так, так. Щиты, я думаю, выдержат. Ой, что-то многовато все-таки. Сволочь! Улетаем, улетаем. Пока нас... Не покоцали. Давайте здесь укрепим свои позиции. Что-то дроны против них не особо эффективны. О, сколько у него тут ресурсов внутри.
Вали его щит! Вали, давай! Так как он такой живучий? Откуда он такой взялся вообще? Его ж постоянно атакуют куча чуваков. О, один щит сняли, второй щит сняли. Отлично. О, убили сразу же. То есть как щиты сняли, сразу же ему хана оказалось. Но они довольно-таки мощные, должен я признать. И энергия сразу восстановилась, но с энергией так шутить нельзя. У этой расы нету улучшенных генераторов. То есть у них только один тип генераторов, которые, кстати, генерируются довольно много там, кстати, энергии. Так, чё, не хватает поинтов? Ну, сохраним. Улучшение. Доступно улучшение. Замечательно. Это как раз все пойдет на генераторы. Потому что они нам очень сильно нужны. Все равно вот эти вот стенки, за ними не производится ничего. То есть производятся только задние стенки, всякие корабли. Так, ну что, модуль запуска дронов еще строить? Давайте построим чисто по приколу. А, не хватает уже. Ну, один удалим. War Factory наш замечательный. С большим количеством энергии теперь. Так, тут все на оборону. Вот это, пожалуй, не на оборону, а на автоматическую стрельбу. Пусть будет лучше так. Поэффективнее, мне кажется, оно будет. Так. Выпускаем станции. Пригодятся. Давайте подкопим и возле этой базы станцию свою поставим. О, цветочки, капец вам. А, это нет, это довольно мощная, кстати, база. Вот, смотрите, сколько у меня дронов. Просто delicious, как они разбирают тут все. Выпускаем дронов. А энергии все-таки не хватает, нужно больше энергии будет. Определенно нужно больше энергии. Ядроновед. Что-то эта точка от нас тоже улетает постоянно. Не хочет она быть нашей. У нас щиты крепче, а вы-то как думали? О, красава! Он еще себе щиты притянул, видели? Вражеские. Сколько тут целый кочевой флот этих чуваков. Как-то и посложнее играть за эту расу. Она не только сама помощнее, чем многие, но и за нее посложнее играть.
Они не успевают просто уничтожать наших дронов. Дронов очень много, они очень крутые. Так. Но энергии все-таки недостаточно. Полетел, полетел. О, 500. Да, ну здесь 500, мы его долго отвоевывали. К нам, кстати, уже этот агент направляется. Нужно подготовиться к встрече. У нас как-то тут только эти базы, которые очень даже неплохо облака дронов выпускают. Будем надеяться на них. Ибо на себя надеяться не приходится. А вообще нужно еще корабли заделать, чтобы через раз. Один раз мы производим корабль, который неплохо всех мочит. Другой раз что-то другое производим. Так, что это за фигня? Давай выпускай. От тебя чего мы не можем атаковать? Вот глюки такие происходят иногда. Ой, ракеты. Ракеты это нехорошо. Совсем нехорошо. О, тут уже база их. Но с базой будет справиться сложно, очень сложно. Вали его. О, они сами уже кого-то там убивают, видите? А вот еще эту штуку можно уничтожить. Или вот эту. Все-таки дроны это эпично. Давайте укрепимся здесь. Посильней. И будем ждать кого-то там. Нехорошего, который к нам обещал прилететь. Вон, видите, красная черточка. Это значит, кто-то нехороший к нам летит. Свято наближается, свято наближается. Кто-то нехороший к нам летит. Так. Полетели дрончики. Уничтожайте эту гадость. Все уничтожили. Так. Так. А чё я на того не могу напасть? На красавчика. А красавчик. Вот на вот этого тогда нападу. Какая мне разница? Ой, щиты сильно по щитам бьет, зараза. Ой, щиты, щиты, все, меня уничтожили, ужас. Да, фигово. А тут уже недалеко противники. Совсем недалеко, а там зеленые щемят.
О. Сюда давайте. Ты типа такой модный, да? Все, минус один, да? Плюс 119, ну это я построил еще одну базу. Так. Не улетишь, зараза. Не улетишь же. Надеюсь. На это. Так. Так. Пусть подлетает сюда. Вали его, вали, 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 вали. Так, 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 так. Пусть меня атакуют, значит. Так, вот этого давайте теперь. Зафокусим, скажем так. Есть, красава. Там еще и кто-то нападает, смотрите. Давайте поможем и туда. Как-то тут совсем все печально и агрессивно. Нужно больше дронов. И это еще даже агент к нам не приблизился. Так. О, тут эта розочка летает, смотрите. Нужно на нее напасть. А, они ее сейчас уничтожат, видите? Они ее как раз уничтожают. Так. А, нет, она их уничтожает, видите? Ну пусть они ее уничтожат, а потом мы их уничтожим. Да, они ее замочили, видите. Крутые какие парни. Это вам не хухры-мухры. О, вот этого давайте. Фокусите, фокусите. Фокусите, красавца этого. В ноль его, в ноль, есть, 1000. Мы получили только что 1000 этих С кредитов.